пацаны, всем привет, это канал Владимира Шамшурина, с вами Юра, с вами и Денис. И Дэн, приветствую, мужчины. Да, мы хотим вам рассказать, что вновь в этот раз мы хотим провести для вас мастер-класс, точнее два мастер-класса, которые состоятся один в городе Москва, другой в городе Санкт-Петербург. Какие числа? 24 ноября Москва, 30 ноября Санкт-Петербург. Мы ждем именно тебя. Количество мест очень ограничено. Мы возьмем всего по 5 человек в каждом городе. Ты сможешь попробовать свои силы, и ты увидишь, как на практике, как практика работает намного эффективнее, чем просто просмотр видео. Будем делать ключевые упражнения из нашего основного тренинга. Вы увидите, как можно в районе 2-3 часов уже владеть практикой. Вы уже будете подходить, уже будете брать первые телефоны. Ребят, всего лишь за 3 часа. Записывайтесь заранее, оставляйте заявки. Мы будем ждать вас 24 в городе Москва. И 30 ноября в Санкт-Петербурге. Ссылка в описании. Пиши свои данные, свое имя, свой номер телефона. А я теперь перезвоню и все подробнее расскажу. В тот момент, что вы никак не можете там расслабиться, пока вот это все не произойдет. А второй момент, когда вы уже и эту стадию пройдете, вы уже тогда начнете экспериментировать. То есть есть такой прикол, например, вы там, ну, если вы пьете вино, то есть как я раньше пил вино, сейчас я не пью. Значит, то есть она уже у вас дома, вы уже там ей массаж делаете, все прочее, то есть вы ее при этом там возбуждаете, ну то есть уже все там и петинг, и все что угодно. И она лежит, то есть осталось по сути только одеть как бы презерватив, ну и все, и понеслась. И вы в этот момент встаете, отрываетесь, идете на кухню там или где там у вас это бар, то есть наливаете там винца или там сок, не знаю, что пьете. Там даете ей бокал, то есть себе там типа, блядь, начинаете что-то там рассказывать или вспоминать. То есть вот это прикол, что как бы у нее в голове тоже это не вяжется. Потому что обычно в этот момент, даже если там атомный взрыв, так грипп уже, короче, виднеется, пламя, зарево. Все, пофиг, нет, вот это самое важное. А в этот момент вы делаете вообще совершенно противоположную вещь. Вы отмораживаетесь, идете на кухню, наливаете вина, пьете, что-то пиздите, там смотрите в окно. То есть у девушки вообще в этот момент в голове происходит, ну, она не понимает, как к этому относиться. Она скажет, вот это чувак, то есть он даже в последний момент готов от этого отказаться, пойти там, не в смысле ради алкоголя, потому что надо же припухнуть. Алкаш. Скажет, вот это алкаш. А просто, что чуваку пофиг, он настолько от этого свободен. То есть она в этот момент, скорее всего, сама уже подойдет за вами, там, иди сюда, как бы, и понеслась вот это все. И это такие фишки, которые потом вы будете использовать, когда уже чему-то научитесь. Да, это уже фишки. Как-то так.